Я на самом деле ехал сюда как бы на разведку. Сосновый бор, озеро, воздух потрясающий. Чем мне вообще понравился Кивач, вот сегодня пятница, я здесь пробыл неделю, получается, то, что за эту неделю ты действительно проходишь очистку организма, вот, и совершенно по-другому себя начинаешь чувствовать, ну, я уж не говорю там, то, что слетает ненужный вес, уходит всякая грязь из организма и так далее. А второй момент, то, что чем Кивач отличается от других клиник, здесь возможно сразу же пройти огромное количество процедур непосредственно по конкретной твоей проблеме. Вот. И это невероятно здорово. В общем, это огромнейший плюс клиники, вызывает только уважение. Я все это увидел, Эмма. Обязательно, вот я даю себе слово, обязательно, когда-нибудь мы сюда приедем еще раз, я все это покажу. То есть этот момент, когда тебе хочется поделиться чем-то очень хорошим именно с близкими людьми. И как раз это вот такое место. Вот. Другая первая причина – это прекрасная клиника. Вот. И то ощущение, которое ты получаешь на выходе, а я его еще не получил, у меня выход завтра, вот, но ты… Это небо и земля с тем состоянием, с которым ты сюда приехал. А вот, и ты отдыхаешь, отдыхает голова, отдыхают мозги. Вот мы сейчас говорили, да, телевизор ни разу не включал. Вот. Желательно и телефон еще дома оставить. Это вообще было идеально. В общем, пока я здесь, я уже энному количеству друзей своим позвонил и сказал: ребята, надо все бросать и… Клиника Кивач. К нам едут за результатом.